Здрасте, здрасте, всем люди добрые. Я скажу по-другому, я рад приветствовать тебя. Да, и вас, спасибо большое. Что благодаря фамилии Емельяненко люди узнали в целом, что существует такой вид спорта. А вы последние 7 месяцев находились в центре восстановления личности ИМАН. Там не только от алкоголя лечится, там от наркомании лечится, от игромании лечится. Там я обедать не буду, я спать не буду, я пойду в спортзал, буду тренироваться. Вот там спросили какой-то прием, а как делать вот здесь вот уходить? Я не знаю, как, ну-ка покажи. Я говорю, вот смотри, взял просто, ничего не делал. Он такой раз, и все, ничего делать не может. Харитон. Вот, и он когда бил, я, короче, перед боем, мне вот приходит мысль такая в голову. Знаете, вот когда один снизу соперник находится, другой сверху. Помнишь, как тебе палец заходит? Я не трогаю Харитонов. Ну, все знают, потому что я передаю ему привет. Ведь $1 000 000. Мне говорят, Харитон, такие деньги. Ну, сколько? Ну, я только бухал и курил. Вот, я просто молился Богу, говорю, пожалуйста. Помоги мне справиться, я не мог сам. И вот так вот влетаешь в этот запой, не знаешь, да, тренировок нет, работы нет. Там не было смешанных единоборств, благодаря мне там узнали про этот вид спорта и начали проводить. Раз какая-то ситуация навалилась, что мне нужно делать? Я не могу выровняться, мне нужно срочно там бухнуть. Какие тогда были взаимоотношения с семьей? Да у меня всегда были с семьей всегда хорошие, нормальные, отличные взаимоотношения. Убираешь там туалет, ну все, убираю. Не пришел, пропустил. Убирает твой друг. Сейчас хочу поступить в МГУ. Ну, потому что я в Москве живу. Самый статусный институт должен одному из статусных спортсменов преподать пару уроков. Из-за того, что там Донавай вот так вот, ну, хочет мне какие-то свои причуды, я не выездной. Причем он мне хорошую сумму предлагал. Можно я там попью воды, можно я поем, можно я сделаю это. Там, и такая, как из мяса делать деньги. Я когда прочитал, говорю, Вадим, ты че? Ну, вы знаете, как евреи умеют зарабатывать деньги. Не потому, что мне страшно или больно, потому что отдыхал. Хулиганил где-то там, я не знаю, что-то тоже, там. Да? Я понял. Я всю жизнь, да. Тоже участвую в трэш-токе. Я если говорю гражданину, что ты пролетишь над гнездом кукушки, то он летит над гнездом кукушки. Да мне без разницы. Без разницы, да? Дайте мне, пожалуйста, тоже 1 000 000. Я там один русский. Будешь вот это, будешь вот это, братан. Я говорю, да я, ну что я буду? Я приехал туда, пришел вот так вот. Как я сейчас к тебе пришел. Да. Все, здесь все замолчали, здесь все замолчали. Сижу я здесь в ресторане. Там, у меня счет там, не оплачен. Раз открываешь этот самый кошелек, смотришь, блин, деньги заканчиваются. Сколько я вам там должен? Это не друзья. А как вы сами думаете, почему чуть-чуть чаще? Потому что вы на слуху, и ваша фамилия такая громкая. Когда я остался один, где не все? Вот, по пальцам пересчитать. По официальным источникам, ваши гонорары, они как бы так, по сути, одни из самых высоких в российской индустрии и вообще в целом в ММА. У меня ничего нету. Если голодный, я приду, меня везде накормят. Рамзан мне подарил Мерседес. Пускай займутся собой. Его тянешь, его знают за счет благодаря мне. Больше денег в него вложил, нежели чем ему стоит. А как вы думаете, что должно произойти, чтобы вы помирились?